Император Византии Алексис VI клапсуризма преследует, приветствует всех своих зрителей. Ну, может быть, я его и преследую тоже в страшных снах. В любом случае, продолжаю на уровне сложности божество проходить с последним патчем в режиме Великая Эпоха. Sidmer Civilization 6, Gathering Storm на карте Высокогорье. Напоминаю, что если вы не видели первую серию, то лучше перейти к ней. Всегда лучше смотреть с самого начала. Всем остальным приятного просмотра и спонсорам спасибо, что поддерживаете. Спонсоры всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Так, ну, у меня тут подготовка к тому, что у меня города отвалятся. 3 хода до этого знаменательного события. Осталось, у меня только будет вопрос, 4 или 5 городов будет отваливаться. Вот это важно. Чем, конечно, хотелось бы 4, чтобы поменьше заниматься этим делом, но как оно будет на самом деле, фиг знает. Так, кроме того, продолжаю апгрейдить. Вроде все тагмы я проапгрейдил. Я хочу нападать на американца, скорее всего, но это уже надо делать. А, вот еще. А, ну это она тут бегает. Исследую, да. Но это уже надо нападение явно на танках делать. О, а вот и Эфиопия. Ей. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Индонезия 10-я была, значит, еще 2 цивилизации где-то. Что у Эфиопии? Ну, пока из встречных, ну, конечно, тут божит Шумер и недалеко от него Корея. Со всеми остальными я, в принципе, нормально. Минелик вообще-то, смотрю, отстает на самом деле. О, есть мрамор, но мне ему предложить нечего. Слушайте, может, тут уже янтарек прикупить? Хотя я вот тут смогу сейчас обработать и этим янтарем поторговать. Ладно, пока не буду выкупать эту клетку. Томились великие Зимбабве. Ну, я уверен, что там либо Польша, либо Швеция. Я все время называю Блиндовская пустыня, к кому относится. Похоже, скорее на Швецию, наверное. И как всех я встретил из дополнений. А, я галлов еще не встретил. О, еще галлы будут. Угу. Да, и тут я откладывал для того, чтобы вот сюда кампус бахнуть. Отличненько. Так, тут мы просто вырубаем. Опять же, передаем трапезунду. Дамбу я достроил, отлично. Тут плюс 5, даже плюс 6. Здорово. И мастерскую бахаем. Ну, я бы, наверное, эту клетку оставил, трапезунду. Я еще вот эту вырублю, но ее передам Эдессе, потому что тут промышленная зона должна быть. Так, вырубаем. Вырубаем. Тут у нас просто дофига французских миссионеров и апостолов. Не знаю, откуда у Франции столько религий? 160 вход у Колумбии. Ну, 200 вход у Эфиопии, я понимаю хотя бы откуда. 167 у Франции, без понятия, честно говоря. Это что-то нездоровое для Франции, по-моему. Чем-то болеет явно. Так, а это кто? Опять апостол? Ну так я им походил только что, сорян. М-м-м.
Давайте глянем, где у нас побольше денег дадут. 72. Вообще, я бы у американца потырил. 308 в ссыке. Ну, в Сеуле у меня и так сидит уже. Ладно, у Вавилона 200, 240. Ладно, давайте попробуем в ссыке. Просто если даже мы ухудшим отношения, это не особо скажется. Вот мне интересно, я вот думаю, мне в Бирме лучше каменоломню или вырубить и поставить здесь шахту? Вообще, следующим ходом я тут могу какой-нибудь район. И... либо центр коммерции, либо промышленную надо ставить. Ладно, давайте я на один ход отложу. Пока. Посмотрим, какие тут районы можно будет поставить. Это я зря, наверное, убил. Надо было сначала подойти. Так, здесь у нас будет кампус. И рис я обработаю. Стоим, ждем. Уголь везде обработан. Но мне, конечно, угольные электростанции. Тут мне с углем завезло. У меня просто угля завались будет. То можно даже еще этот обработать. Блин, может, не знаю, может, тут хватит уже кирасир. Попробуем сразу еще Джамби. Мне кажется, я этот город, ну, с... может, единственное, купить еще... ну, за веру купить бомбард. Ну, чтобы корпуса сделать. Так, не понял, почему не покупать? Потому что еще два хода, понял. Теперь понял. Еще два хода до часовни Великого Магистра, чтобы покупать бомбарды. Так, из Константинополя бегает в Кёнджу. В Сеул еще можно, 22 будет стоить. Ну, вообще, я бы в Лахор, наверное, отправил для того, чтобы заиметь там торговый пост, и можно будет, тогда у меня будут дотягиваться караваны стопудово до Майя. А у Майя отвалился ушмаль, вообще никто не... вообще пофигу, типа, ну, отвалился, этого не буду возвращать. Что пойдет? Бывает. Вот так случается. Города восстают... отваливаются, что поделать. Так, давайте я вот тут постою, вдруг он решит меня атаковать. Там, правда, у него еще апостолов. Ага. Вырубаем. Ставим промышленную на плюс 6. Археологические. Следующим ходом надо отложить будет. У меня еще три хода, видите, археологические. Плюс мне надо, чтобы Константинополь 15 стал. Это для ускорения урбанизации. У меня какие-то тут еще. Маджапахит 13, Антиохия. Ну, блин, Антиохия что-то не очень. До 15. Водяную мельницу построить. Что у нас с затоплением? 140... ну, вообще, Шумер так уже нехило парит. А пока еще не... хорошо, давайте глянем, что у меня вообще может затопить. В Антиохии все пучком. Вот в Эдессе одну клетку. Ну, будем считать, в Трапезунде тоже, ну, предположим, да? Вот на второй волне в Маджапахите.
И в Никее одну клетку. Ну, в принципе, не так плохо. То есть не то, чтобы меня так... Знаете что, я думаю, мне надо идти в танки. Нафиг аэропорты. Мне надо... То есть в нефть, естественно. Это мы ускорим. А потом в танки. То есть мне на самом деле нужна угольная шахта и броненосец. Вот это еще надо открыть. Надо ли это открывать? Может, просто в танки идти? Общем, зависит от того, будет ли у меня нефть. У меня ощущение с моей империей, с такой огромной, если у меня не будет нефти, это просто подстава. У меня самая большая империя здесь. Блин, может мне объявить Франции войну? Ну, он тогда моих апостолов тут почикает. Я думаю, что у меня есть возможность и священную войну объявлять, да. Я, по-моему, Корею в конце прошлой серии думал к войне с Колумбией привлечь. И она даже вроде как... Да, однократно нормально. Это хорошее предложение. Так, Корея, значит, вступила в войну с Колумбией. С этим мы не можем подобное провести, потому что она ко мне плохо относится. Да, может тут постоять пока. Дуболом, просто может это вернуться. Давайте я даже постою пока. И тем более я еще буду американцу мешать тут нападать на корейца. По-моему, хорошая идея. Так, через три хода этот город отвалится. Я думаю, тут нету смысла что-то строить. Давайте просто гранты проведу на три хода. Лошадей. Ну, кстати, тоже нормально меня устраивает. За право прохода я как раз через нее тут побегаю. Вот 375. Это очень хорошие у нас тут. Только я тут тырю денег. Мне это очень нравится. Так, время выполнения заданий. Да, наверное, хищение технологий. Швеция. Нет, это Колумбия. Это Колумбия. Да, Колумбия. Колумбия. Слушай, так давайте Шумера попросим на колумбийца напасть. Нет, это уже дорого. Может, за влияние. Ну, это надо дофига, кстати, влияние, предположим, 150. Не, все равно нет. Хорошо, а если не священная, предположим, а просто война? То же самое, да. Не хочет он с боливаром. О! Отлично. Ваншотнули и Дижон стал православным. Ну, вы знаете, когда вот выходят на... Блин, слушайте, я знаете, что я пропустил год взятия Константинополя? В каком? В 1452-м, что ли? Турки-османы захватили Константинополь. У нас уже 1530-й, и Константинополь стоит. И как бы как раз империей становится православной. Да, видите, уже в плюс тут идет православие благодаря Мехико. Ну, благодаря тому, что я Мехико обратил. Сейчас мы тут еще пару апостолов убьем. Французы. И Франция станет православной. Идут апостолы суровые, мне кажется, нет? Одним апостолом сюда... Ну вот, видите, хорошо тут остался. О, бежит апостол колумбийский. Мы подождем. Следующим ходом, я думаю, мы его завалим. Так, давайте мы, наверное, этим апостолом все-таки... Побежим вот к этим корейским городам. Я хочу их открыть.
И надо больше апостолов делать. Больше апостолов Богу апостолов. 513. Наверное, имеет смысл купить верфь. 580, которая стоит. Да, следующим ходом я куплю... Ну, по-моему, апгрейдить мне уже нечего. Я реально все, что было, из юнитов апнул. Ну, драмон можно во фрегат, но нафиг надо. А воин у меня не находится на территории, где можно проапгрейдить. А, тяжелые колесницы еще у меня. Так, насколько мне верфь нужна? Вообще она мне сейчас вот прямо не особо нужна. Но с другой стороны, это производство в Эдессе даст. Но я бы лучше апал, несомненно, коляски. Потом я за веру буду покупать еще. И просто сразу в корпуса делать. И слишком много городов отбивать надо. 135. В Мехико отбегала. Ну, в Кёнджу давайте. Ну, у меня тут кореец прям золотое дно, несмотря... Ну, я, правда, это благодаря карточке. Конечно, вот этой, но... У меня ко всем остальным даже намного меньше капает. Так, два заряда, да? Ну, наверное... Да, давайте тут лесопилку. Так, смотрим. Вот я просто думал, какой мне район, где ставить. Промышленная зона. Плюс один, плюс один. Как-то слабенько. Ну, центр коммерции вообще никакого соседства не может быть. Священное место, мне кажется, мне нафиг надо. У меня куча, на самом деле, веры и так. Гавань. Тоже нету соседства. Театралочка. Ну, театралка... Ну, вообще... Вообще... Наверное, давайте театралку... Вырубили. Поставили. И тогда... Я бы собрал камень тут. Сразу. Театралка готова. Амфитеатр. В Кагуане у меня... Четверо норм. Так, вот Мехико работает уже. Гонконг работает. Да. Отлично, то есть по послам мне все нравится, как у меня распределено. Ну давайте, наверное, уже вырубим и тропический лес. Он, кстати, увеличит количество жителей. Так, археологически надо отложить. Давайте пока урбанизацию. О, пушка появилась, отлично. Мы сможем по ней два раза выстрелить. 25 веры. Мне вот это, вот этот пантеон, который я взял, это просто... Вот, вот этот пантеон и крестовый поход — это просто обязательные вещи для Византии по-хорошему. Потому что она должна воевать, чтобы распространять свою религию, будет получать за это веру очень неплохо, потому что 25... Ну, там даже начиная со скаута, уже скауты 10 веры будут давать варварские, просто обычные. Это в начале игры очень неплохо. Это действительно вот пантеон под Византию абсолютно сделанный. Так, библиотечка. Торговый пост Михико. Кстати, а если торговый пост может уже добегают... Ну, то есть торговый пост Михико, это значит дальше. Может уже добегают до мая?
Да, смотрите. Я уже смогу в мае. То есть мне надо бы с мая на самом деле задружиться и союз с ней сделать. Так, хорошо. А посольство? Отлично. А не хочет ли посольство Корея? Ну, с остальными я сам не хочу. Тем не менее, 300 науки у Шумера. Да ладно, захватил все-таки Кугуану, ну ты придурок американский. Ну надо войну ему объявлять, я думаю. Только надо сейчас свои города будет отбить и Кугуану освободить. Мега извержение. Хорошо, пирамиды не ломаются. И первая угольная электростанция пошла. Вот сколько мне не хватило. Ну, блин, 26 очков. Это без шансов, на самом деле. Я не знаю, как можно было 26 очков набрать. Ну что, может, мне не захватывать пока лагерь? Давайте не будем. Захватим уже следующим ходом, когда в новую эру. Так, построено. Тут холм у нас, да, холм. Значит, дострелит до Бадунга. До Бадунга, до Бадунга, до Бадаба, до Бадаба, до Бадунга. Кого повысим? Ну, наверное, уже Магнуса надо. Гранты Пингалы. Мне хочется чего-нибудь тут. 3 единицы нефти вход. Кстати, прикольно, но мне кажется, я его и так получу. Фабрику и мастерскую. Ну, я не думаю, что мне хочется гранты прокачивать, поэтому давайте Магнуса в логистику избытков. Так. Теперь тут апаем в кирасиров. Всех я в итоге уже апнул в кирасиров коляски. Да. Да, хорошо. В Тернате купим бомбарду. Одну. В Одессе кирасира. И в Трапезунде кирасира. А, блин, железа не хватает. Знаю, давайте тут, наверное, встану. Мне кажется, Тернатья тоже отвалится. Тут вырубаем. Фабрику строим, клетку отдаем Эдессе обратно. И она может уже район, по-моему, устроить, да? Да. Верфь мы купим, промышленную зону тут, конечно же, надо будет. После универа. Тут надо обработать эти клетки. Вырубаем. Джамби. Ну, это все обрабатывать я не хочу. Тут ремонтирую. Ну, потому что это все извергнется и заново надо будет все делать. Так, вот эту клетку можно обработать. Тут стоим. Мне Бадунг важно сразу вернуть. Фига себе, 3 бежит. Тоже участник дискуссии. Вот малое поражение от этого, что он участник дискуссии. Но меня втроем они убьют, поэтому надо отойти. Вот у меня будет еще посол. И где-то у меня тут еще бегал паренек. Блин, он туда пошел. Жаль. Ладно, возвращаемся потихоньку дуболомам.
А, вот ты сюда пришел побиться со мной, да? Ну, я не понимаю, зачем компьютер, ну, в данном случае Франция, вот этих кучу своих апостолов делает. Реально Франция разве как-то на религию играет? Нет. Какие-то бонусы от религии? Нет. Зачем? Давайте, может, с Бимой тут рядом встанем. Строитель. Давайте, наверное, тут вырубим сразу, чтобы закончилось. Просто я думаю, что отвалится сейчас этот город. Рядно. Давайте попробуем теху уже своровать. Деньги уже не так нужны. Лахор должен быть православным. Да, блин, один последователь. Слабенько. То есть, может, я смогу этого апостола казнить? И тут у нас найти источники. А что это, протестантизм, это майянская религия, да? Да. Так, католицизм 15, даосизм 24, православие 16. Ну, кстати, на втором месте православие. Я, кстати, при игре против божества, против компьютеров, я никогда так сильно не распространял свою религию. То есть, вот за счет войны, конечно, религия круто распространяется. Мне бы на самом деле поставить карточку на соседство. Ну, сейчас вот закончится вот это, да? Тогда и посмотрим, может, и поставим карточку. Пока на соседство промышленной зоны надо. Джамби, наверное, тоже отвалится, поэтому гранты. Херсонес. Вот если Херсонес отвалится, это будет очень грустно. Мне бы не хотелось, чтобы он отваливался. Можно это как-то организовать, пожалуйста? Офиг ли тут дефицит энергии вообще? Да, я предложу. О, это круто, кстати. Я проголосую за него. И вступлю в этот кризис. Не думайте приближаться к родине Майя, пока что звезды складываются. Не будем прямо в госпиталь, ладно. Так, сейчас мы увидим крутую вещь, как у меня 40% моей империи отваливается. О, ачивку даже получил. Ну вот, Амаси, я так и думал. Так, смотрим. Бадунг, я так и думал. Кагуана отвалилась, кстати. То есть мой кризис, я зря 30 дипломатии, похоже, потратил. Так, вот тут мы можем строить зоопарк. Плюс одну науки за каждую клетку с тропическим лесом или болотом в этом году. Слушайте, зря тропические леса вырубал, походу. Естественную историю ускорил. Так. Маджапахит, вот это удивительно, вот то, что Маджапахит. Джамби не отвалился, а Маджапахит отвалился. И Антиохия, не, ну это не дело. Вот это мне не нравится, я не знаю, как оно определяется тогда. Бадунг согласен, Амасия согласен, Маджапахит и тем более Антиохия не согласен тотально просто. Ну это бред. Ладно, Бадунг мы сейчас вернем. Нам нужен уголь, несомненно. Да, я ожидал Джамби и Биму. Не понимаю, почему Бима и Джамби типа не отвалились, а Маджапахит отвалился. Логика. Типа, здравствуйте, я здравый смысл. Нет, тут вообще не должно быть, просто логика заболела. Ой, маразм заболел, сорян. Маджапахит мы быстро тоже вернули.
Ну вот Антиохия, это, кстати, крутой город. Мне очень жалко, что он... Ладно, я тут пойду, наверное, Кагуаной займусь. Хотя ею занимается американец, но я думаю, что мы его потесним. А, я еще думал, Тернати отвалится. Мне кажется, все-таки там как-то зависит от лояльности. Как влияет лояльность на города, видимо. Так, корпус. Нет, давайте чаек обработаем. Придать основателю Индонезии? Ага, сейчас. Сейчас, Индонезия, просыпайся. Вот тебе снова город. Кто там еще в темный век упал? У Майя что-нибудь отвалилось еще? То есть они не успели Ушмаль забрать, у них еще и Шунантунич отвалился. Класс. Так, ну у Менелика понятно. Я тут вообще как-то все не очень... У американца Кагуана отваливается. Ну, у всех, у компьютера, у всех по одному городу отваливается. Ой, Гильгамеш, кстати, что-то потерял. Вот Гильгамеш тоже потерял, это меня радует. А вот меня только не радует. Да, новые карточки темного века, ну-ка. Вот, коллективизация, это что-то новое. Фермы дают одно производство, плюс два жилья во всех городах. Просто во всех городах. Промышленные зоны дают пищу в размере равном... Ну, это охренеть. Вообще-то это очень... Но... Очки великих людей зарабатываются на 50% медленнее. Да. Хорошо, деспотический патернализм. Патернализм — это просто нашим маленьким зрителям. Кто не в курсе, это когда, собственно, маленьких зрителей так опекают, чтобы с ними ничего не случилось. Понимаете? За счет деспотический. 4 лояльности в ход с губернаторами. Но минус 15% науки, минус... Ну, это, конечно, когда у вас проблемы с лояльностью. Вот это, наверное, стоит брать, но сейчас это точно не надо. Жадные бароны было. Самодержавие, о, прикольно. 50% производства в столице, но все губернаторы покидают посты. Не, это жопа. Я вообще не представляю. Но это, знаете, когда вас забирают... И у вас осталась столица, наверное, только тогда можно эту карточку поставить. А так я вообще не представляю, какой профит, когда у вас все губернаторы идут. И плюс 10 боевой мощи против городских. Ну, кстати, чтобы забрать сейчас... Вот это... Вот мне сейчас по-хорошему надо сначала легкие мишени поставить, а потом поменять на коллективизм, потому что таким образом я быстро города заберу обратно. Ну да. Минус 34, ё-моё. Это та карточка ушла золотого века, охренеть. Где мне деньги взять? Это просто охренеть. Так, вот это можно убирать, очевидно. Что только вместо нее поставить? Боевой мощи нерелигиозным юнитом против войск иноверцев. Ну, кстати, против американца может пойти. Давайте, наверное, вот это поставим. Жениться в прошлых эпох. Ну, прошлых эпох. Там у моих городов оставших там не прошлых эпох стоят. Ладно, 4 боевые мощи. Минус 34. То есть у меня денег на 2 хода. Так, мне, видимо, надо в городах опять фокус на деньги сделать. 30. 26. 26. Тут можно не менять. Тут тоже можно не менять. Ну, очень хорошо, что Херсонес не отвалился, иначе бы я потерял дипломатическую площадь. Может, эти города с дипломатической площадью не отваливаются? О, 9,4. А что уменьшается?
сделаем. Подождите, а в Бадунге? Так сделаем. Ну, 22-4, это у меня, значит, на 4 хода пока денег, но... Жопа с деньгами конкретная, конечно. Так, я, очевидно, могу союз с Майя заключить. Давайте экономически попробуем. Блин, 8. Ну, у меня... Ну, блин, 8. Я знаю, что сама предлагает тогда союз. Какая-то жадная. Так, а почему... А, ну, конечно, у меня же отвалились города. Так, пока ждем. А, ну, вот еще почему у меня минус. У меня аж отвалились города, и, соответственно, меньше стало... Там, коммерческих районов или гаваней. И я меньше могу торговых путей посылать. Все понятно. Так. Вот для этих еще корпуса нужны. Но мне на самом деле деньги нужны. Я хочу, конечно, этих же кирасиров апать потом в... Так, давайте мы этого кирасира, наверное, в Амасию отправим. Так, тут пока постоим. Тут заберем. Ух ты, около Кюнджу. У меня тут... Нет, я не готов сейчас доктрину веры обсуждать. Пока нет. Давайте купим еще апостола. Но мне надо загнобить, конечно, католицизм. Даосизм мне не так... волнует, потому что он где-то, ну, блин, пока тут Колумбия будет... Где вообще Колумбия-то? А, вот. Пока он тут приведет... Ой. Ну, слушайте, может, давайте мир заключим? А, я еще, кстати, вином могу сейчас кем-нибудь поторговать. Нет, не хочет платить. Какой-то жадный, такой жадный какой-то колумбиец. О, наград, не, за золото мне нафиг надо. Ну, не знаю. Ну, кстати, я не знаю, имеет ли мне смысл с ним мир заключать. Я подговорил воевать с ним Корею. Хотя Корея далеко. Шумер не стал более сговорчивым. Нет, у меня даже нечему ему заплатить. За объявление. Так, давайте посмотрим, сколько мне надо. 49 очков для героического века. Тоже не факт. Тоже не факт отнюдь. Так, в Бадунг. Блин, вот... видите, захватили Бадунг и... Минус 2 жителя, например. В Маджапахите тоже минус 2 жителя. Вот это, конечно... То, что ты города потом захватить можешь, это не проблема. Ты их реально можешь обратно... Ну, как бы, развитая, да, цивилизация. Но это минус жителей, соответственно, минус развития. Вообще мне не нравится. Блин, может мне инквизицию учредить? Вообще, я не боюсь, что меня Франция будет обращать, честно говоря. Нафига меня... Вообще, или вообще кто-либо будет обращать. Так, тут нету смысла обрабатывать клетки. 3 бананы тоже нету смысла. Блин, мне как бы вот это море зачистить? Мне, очевидно, надо как-то в Никее какие-нибудь корабли построить. Типа каперов. Кроме того, мне, очевидно, в Константинополе нужен вот так канал. Между прочим. Так, значит, в Никее капер. Еще 8 ходов долго.
Так, тут лесопилку. Этим парнем. Все починено, да? Тогда вот здесь вырубаем и шахту ставим. Так, этот у нас пока ждет караван. Видите, вот у меня два каравана просто простаивают, потому что разграблены пути. Не разграблены, я потерял коммерческий район и гавань. Херсонес десяточка. И какой мы тут следующий район построим? Так, фабрика есть, центр коммерции или театралка? Или ипподром? Ну, научный это тут Константинополь, да? Может, священное место прям даже в Херсонесе? Я просто не знаю. Ну, вот сюда надо... Ну, видимо, сюда надо театралку ставить от Херсонеса. И что, тогда сюда ипподром? Ну, видимо, так. А сюда какой-то район надо от Трапезунда бахать. Ну, похоже, сюда надо кампус от Трапезунда. Да. Так, ну давайте, где ваши апостолы? Думали лезть ко мне? Идите сюда, вот он где. Иди сюда, апостол, я тебе поясню за православие. Иди сюда. Католик думал ко мне лезть. Толик, католик. Ну, просто домой возвращаюсь. Блин, такой какой-то... Во-первых, желание Франции... Очень-очень хочется объявить Франции войну, но... Я понимаю, что она и... Да, не преодолели мои желания Франции войну из-за апостолов. Но я понимаю, что он и моих тогда апостолов почикает. Поэтому и сдерживаюсь. Опа, а вот и галы. Не поверите, у меня вот такой же пресс и торс. Доказывать я это, конечно, не буду, но поверьте на слово. Усы не такие. Ну и вообще цвет волос. Так, и где они? Хрен знает где. Так, а как у них сразу... Вообще, у галлов хуже всего, конечно. Я просто... Я вот, знаете, галлы довольно сложная цивилизация на самом деле. Интересно сделали разработчики, но я вот 100% уверен. Если Индонезия вот не понимала, что делать со своими способностями, то галлы точно не врубаются. Вот это прям 100%. А, у меня пингалу еще выкинули, блин. Вот просто уверен. Мне мало того, что пингалу выкинули, так еще и эти. Так, ну мне мокшу, во-первых, надо вернуть в Бадунг. Так. Дальше Рейна у нас была в Антиохии, подождем. А, в Маджапахите Виктор. Давайте Виктора в Маджапахит. Так. О, Лахору. А Лахор... Кто-то засоюзил Лахор? Сандок. Блин, у меня 9 послов, но у меня их реально нету. Я бы только себе в Вильнюс поотправлял. Но пока потерплю. Лавента, вдохновение для урбанизации. Попытаюсь сделать. Проложить торговый путь в Мехико. Ну, в принципе, тоже можно. Так, в Константинополе недостаток 20 ходов. Так, 14. Не, это долго.
Ну, блин, мне организацию придется отложить, потому что вот именно те два города, на которые я надеялся, кроме Константинополя, Маджапахит и Антиохия, внезапно отвалились. Я не понимаю. Я не думаю, что самые большие города должны отвалиться. Это что-то неправильно. О, слушайте, захватил варварский лагерь, и хоть деньги появились. Тернате производство. Джамби 6 ходов. 8 нет, давайте так пускай будет. Ну, реально, я ожидал, что Джамби отвалится. Ну, тут сейчас нарисовано это, но это из-за того, что, видите, уже 12 плюс. Из-за того, что вот Маджапахит и Бадунг отвалились, теперь они уже нормально влияют. И Бима. Может, когда что-нибудь строить лучше вместо... Так, что у нас? 4. А кампус? А, кампус уже построен. Гавань точно не надо. Поддром. Ну, давайте. Слушайте, давайте. Промышленная зона ничего так на плюс 4. И мне, конечно, стоило бы поставить соседство промышленной зоны. Но у меня денег нет. Я бы вот вместо треугольной торговли... Историческое место. Раз, два, три. Так, это все есть. Мне, кстати, археолог нужен. А где я археологические эти построил? То есть это я всемирную естественную историю ускорил. В Никее, да? Угу. А, тут археолог 11 ходов. Это долго. Ваш тих край и слаб. Слаб. Он, это он мне... я не понимаю, как это прописано, если у меня самая сильная армия в игре. То есть компьютеру не объясняют, смотри, у тебя есть цифра 1000... Убили моего скаута. У тебя есть цифра 1134. У тебя у самого у компьютера 954. Сравни 954 и 100034. Какая из этих цифр больше? И тогда вякай о том, что он тих и слаб. Ну, он нормальный вообще. Never criticize a rifleman until you... Так, а я тут не купил, да? Юниты, чтобы корпуса сделать. А, у меня железа не хватало. Все, наверное, в Никее. Все, только одну можно купить. Это я отправить не могу. Это я отправить не могу. Дальше. О, пришел апостол. Значительная победа. Блин, надо было эту сюда подвести. Ладно. Такую Мкагуану. По идее, я должен захватить следующим ходом Мкагуану. Ну, я ее освобожу. Я ее освобожу, сделаю культурным. Или оставить, блин. Я бы освободил. Я не вижу, что в ней тут что-то прям такое крутое. Она, а культура на меня будет навать намного больше, если я ее освобожу. Нафига мне вера?
Мне и так просто немерено. Не. Не буду. Не буду строить огромные головы. Так, тут кто-то, какие-то апостолы к нам опять едут. Лечение, 100 золота. Блин, все фигня. Эти католические апостолы, они какие-то настырные. Постоим тут. Выйди из Дижона, апостол. А вот тут еще один есть чувачок. Блин, тут красивые районы у Скифии. Так, что я тут хочу? Один заряд. Наверное, хочу вот здесь шахту построить. Это я удалю. Не буду я тут уже города ставить. Ромашка и так и без города зайдет. Я этого рабочего сейчас не спасу. Мне надо будет его захватить. Если его захватят варвары. Я думаю, надо к Маджапахи... Блин, я... Надо к Маджапахиту, наверное, против варварских кораблей использовать эти пушки и бомбарды. Так, мастерская, фабрика. 330 науки. Ну, меня реально только Шумер беспокоит. Собственно, это видно по... Сейчас на ракетостроение он открыл. Нет. Пока нет, но 330 науки это серьезно. Это как бы намекает на... Ой, голый рыжий мужик меня осудил за мой образ жизни. Обидно. Блин, я еще и чай могу торговать. Так, мне надо два ресурса, но сейчас я еще хода поторговать. О, уже лабы Корея строит. Блин, Антиохия еще и стены построила, ну охренеть. Давайте за вино проголосуем. 50% на строительство угольной электростанции. 2 очка дипломатической победы и всемирная выставка. Слушайте, ну если нет Нобелевской премии, то, наверное, все-таки там Польша, а не Швеция. Раз, два, три, девять, десять, одиннадцать. А, ну да, вот этот неизвестный круг, скорее всего, Польша. Не знаю, стоило ли мне больше голосов вкидывать. Не влияет на то, чай, жопа. Запретить очень согласен. 2 очка дипломатической победы, Мини-Лика и Всемирная выставка. Давайте посмотрим, как там у Мини-Лика с дипломатической победой. Не, нормально. Нормально можно. Работаем. Блин, что это за апостолы католические? Их нафиг, я вас не звал.
Я не понимаю, почему Франция так в религию топит. Я бы город сразу атаковал. Видите, это быстрее будет. Блин, я думал тут холм, блин. Это я зря тут удалил. Виноват. Ладно, давайте шоколад обработаем. И у меня все равно там что-то можно было торговать. Так, благовония могу, но мне что-то с шумером очень не хочется торговать. Пряности, вот давайте пряности на... Так, чай она не примет? А вино примет. Хорошо, если я шумером на чай... Ну, они понимают, кстати, что этот ресурс ничего не дает обычно. Да. Хотя однократно... Нет, мне все-таки деньги нужны. У меня слишком большой минус по деньгам. У меня денег на 3 хода. Так, давайте смотреть. Да. Освобождаю. Мне кажется, Амасию я могу уже следующим ходом отбить. Ладно, вернемся сюда. Апостол в Бадунге. Блин, я думал, я апостолом походил, а я пушкой походил. Как всегда. Я просто думаю, мне к Амасии бежать или к Антиохии кирасирам. К Амасии. Пропускаем. К шоколаду пропускаем, в Бадунг. Мне кажется, не должна каравелла варварская сильно моих. Я хочу вот проплыть тут, посмотреть и вот так пробежать, где там границы Америки. Ватикан. Ватикан в составе Скифской империи. Блин, подумка вообще не растет. Я как-то до 5 жителей его вырастил. Он вообще сейчас никакой.
Ладно, строители. Ну тут Бадунг бесполезный город, конечно. Надо было его, наверное, рушить и свой ставить какой-то нормальный. Совсем грустная какая-то хрень. Древние стены. Панк, ну что, зоопарк? Забахать. Слушайте, а вот там Корея лабы строит. Может, мне в лабы? Ну, наверное, в лабы, но после танков. Две угольные электроштанции. Блин, мне и броненосец негде построить. Не знаю, ну стоит ли мне банки делать, блин. Зоопарк вот хоть в тему будет. Зачем ему железо? Уже эпоха железа заканчивается. О, 248 науки у шумера упало. Слегка припало. Так, не буду брать повышение, чтобы не тратить ход. Серьезно, Кагуана отваливается по лояльности? Плюс 31 же написано. Что за приколы? Интерфейс. Завязывай. Антиохию следующим ходом заберу. Так, тут мне уже нечего обрабатывать. Ну, рис пойдем, вот этот. Пошел к Агуану брать. Ну да, стен нету. Вот 62 без стен, конечно, может забрать американец. Фабрика готова. Угольная. Кстати, сейчас, по-моему, даже нету угольной, потому что Антиохия отвалилась. А больше я нигде угольную не успел построить. Амбар тут, давайте угольную, потом военную академию. Блин, не знаю, что мне следующим ходом, у меня сейчас будет не хватать следующим ходом денег. Ну, я надеюсь, что я заберу Антиохию, смогу еще один караван отправить.
Блин, мне бы не хотелось зоопарки строить до открытия танков. Я бы хотел, чтобы мне за зоопарки танки давали, а не кирасиров. Так, блин, урбанизацию... Может, уже не откладывать? Я не знаю, я что-то сомневаюсь, что я смогу в скором времени... Ну вот, и понимаете, я захватываю Антиохию, тут не будет 14 жителей. Тут будет 12. А я бы в мобилизацию хотел побыстрее выйти. Поэтому, да, не будем откладывать. Не будем... Виктор в Маджапахите. Так, я вот боюсь, как бы мне тут вот этого апостола не убила Франция. Но все равно я не думаю, что это как-то повлияет. Рабочие на фабриках требуют улучшения условий труда. Настало время пролетариям всех стран объединяться. Так, и урбанизацию открыл. Военные академии, морские порты, истинное возрождение, плюс две науки. Ничего этого у меня нету. Скидка на все улучшения юнитов. Вот только если пригород строить. По-моему, все остальное я не хочу пока менять и убирать. Да, ну вот может... Сейчас я легкие мишени. Сейчас я попробую города захватить. Например, Антиохию. Да ладно, чуть-чуть не хватает. Блин. Чуть-чуть не хватило. Но все равно можно, наверное, карточку менять. Следующим ходом я точно эти города захвачу. Так что карточку можно... менять эту черную. И я бы поставил, конечно, теперь коллективизация. На 50% медленнее очки великих людей. А кого я тут хотел? Вот это, да? Но мне надо, очевидно, проекты на торговца сделать. Ну, он хороший. 3 единицы нефти вход для танков. И ваши торговые пути дают плюс 2 золота. Не, ну, карточку надо все равно менять. Ладно, фермы плюс одно производство, это фиг с ним, но плюс два жилья во всех городах и промышленные зоны дают пищу. Вот это круто. Это реально круто. Давайте глянем, как это выглядит. Ну, тут жилье пока не добавилось, кстати. Наверное, следующим ходом пересчитается. Хорошо, а промышленные зоны... А промышленные жены пищу дают. Жены. Промышленные жены дают пищу. Так, эту рыбу можно будет вырубить, она не работает. Так, где у нас тут апостолы? А вот они. Так, этот у нас в два раза больше. Наверное... Да, этим тоже можем победить. Не знаю, на что тут надеяться, конечно, католики. Ну, пускай капеллана сделаю, ладно. Так, а здесь? Ну, я постепенно подвожу юниты сюда, чтобы отсюда плыть на Америку нападать. Но мне надо будет этих кирасиров где-то апгрейдить. Так что... Ну, я еще могу, кстати, мешать просто Кагуану атаковать. Можно так поставить.
плюс 5 пищи, да. Хорошая карточка. Очень мне нравится. Так, шоколад можно поторговать с кем-нибудь. Какао, точнее. Благовония у Шумера и все. Ага, сахар, сахар. Давайте сахар с американцем. Шумеру я ничего не хочу торговать. Ну, нормально. Плюс 3 довольства. Так, тут я от варваров постою. Ждем. Ну, в итоге, получается, за 4 хода возвращаю города. Отвалившиеся. Ну, не очень, конечно, не очень. Особенно меня с Антиохией. Антиохия расстраивает в этом плане. Так, блин, Вильнюс. Было, наверное, карточку еще на первого посла поставить. Ну да ладно, отправлю в Вильнюс пока 3 посла. Так. Так, Гонконг, что хочет музыканта? Мехико, торговый путь. Это, кстати, можно, наверное, сделать. Лахор, обращение в веру. Преслов, торговый путь. Ну, Лахор постепенно сам, я так понимаю, обращается. Хотя там он... Его католики обратили. Блин, электростанция. Так, так, надо не забыть, будет зоопарк отменить 3-4 хода, да? Угу. Да, конечно, вот эта партия... Получается довольно длинный. Это уже 8-я серия, а конца еще не видно никакого. Именно потому, что приходится много драться. Ну, в комментариях пишите, как вам такое. Ну, тут по-другому совершенно пришлось за Византию играть, чем обычно. В любом случае, на этом я закончу серию. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, спонсором... Блин, да... Амаси еще и стены построил. Ну, я заберу все равно этот город. Там нету... Стены, конечно, сложно, но... Там практически нету хитпоинтов. Спасибо, что смотрите. Спонсоры могут продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество» посмотреть. Для всех остальных оно выйдет завтра. Блин, у меня нету денег. Да, вот в такой жопе я заканчиваю эту серию. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Thank you.